Всем привет, с вами Росиксон, и сейчас я расскажу про AstroDAO. А также переходите по ссылочкам в описании в сообщество NIR и в мой телеграм-канал, чтобы узнать о совместном конкурсе с NIR с призовым фондом более $150. Начинаем! Также переходите в мой телеграм-канал, там много всего интересного, мое мнение о рынке. Там вы узнаете, почему у меня более 50% стейблов, и там я скоро расскажу более подробно о конкурсе с NIR на более чем $150. А также в сообществе NIR очень много всяких конкурсов. Я даже как-то один раз занял первое место и выиграл 10 NIR. И самое главное, там очень дружелюбная комьюнити. AstroDAO была представлена в конце 2021 года и представляет собой платформу на базе NIR, которая позволяет любому запустить DAO. И AstroDAO прославлена пользователями за простоту. Она позволяет любому настроить DAO всего за несколько кликов. Каждый день простые DAO. Это девиз Astro. И как только вы попадете под его капот, легко понять почему. Я, например, уже как-то взаимодействовал с AstroDAO. Угадайте как? Напишите в комментариях. Но сначала история происхождения. Так, с Astro. Это платформа для онлайн-сообществ, где можно собираться, голосовать и управлять. Запущена на NIR. Astro — это следующая эволюция спутник DAO. Центра децентрализованных автономных организаций, работающих на NIR, с множеством новых функций, больше гибкостью и дружественным пользовательским интерфейсом. Astro — это платформа для сетевых сообществ. Это группа людей, которые доказывают свое членство и координируют решения с помощью серии смарт-контрактов. Каждый голос проверяется блокчейном, и средства распределяются на основе решений голосования. С AstroDAO вы сможете сохранить большую автономию и, что важно, расширить сеть в отношении управления за счет повышенной гибкости и введения токенов управления. И сейчас у многих есть вопрос. Что же такое это DAO? Сейчас объясню, но я довольно долго делал этот ролик, так что я буду благодарен, если ты поставишь лайк, напишешь комментарий, конструктивный желательно, и подпишешься на канал. DAO – это бизнес-структура, в которой контроль распределен между членами команды, а не сосредоточен вокруг одной авторитетной фигуры. Думайте о DAO как о машине с одной целью – выполнять набор инструкций, определенных заранее написанными смарт-контрактами. Сообщество может адаптировать DAO и программировать его в соответствии со своими целями. Таким образом, код можно использовать для создания набора правил или структуры управления, которую сообщество соглашается соблюдать. Токены используются, чтобы помочь людям голосовать по таким темам, как распределение средств. Например, кто-то запросил финансирование, например, какой-то художник, и DAO решает, одобрить ему или нет. И, например, оно решит одобрить ему, если большинство проголосует из тех, кто может голосовать за это решение. Чем больше участник вносит вклад в сообщество, тем больше может быть увеличен его и ее голос. Зачем начинать DAO? Думайте о DAO как о наборе инструментов, которые позволяют любому создать бизнес-структуру, которая должна быть простой и гибкой. В результате DAO бывает всех форм и размеров, от плоской к иерархической, от открытой для всех и только для членов. Вы сами решаете, как вы хотите управлять своим сообществом. Например, предоставление грантов. Проголосуйте и коллективно решите, каких людей и проекты финансировать. Например, какой-то блогер запрашивает финансирование на съемку видео о каком-то проекте. И тогда DAO решает, выделить ему деньги или нет. Также DAO можно использовать для предприятий, отслеживать собственный капитал и выбирать менеджеров для принятия повседневных решений. Для инвесторов объединяйте средства и голосуйте за стратегию и сделки. Для клубов любого типа избирайте лидеров и решайте, на что потратить групповые средства. Astro делает DAO простым, я уже убедился. Единственный минус DAO, как мне кажется, это то, что большинство не всегда может выбрать правильное решение. Но все же я считаю это более честно, чем если бы решение принимал один человек. DAO быстро настраивается, является глобальными, настраиваемыми и прозрачными. Спасибо, то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте о розыгрыше $150 вместе с NIR. Подробнее можете узнать в моем телеграм-канале. Все вопросы можете задавать в комментариях, я попытаюсь на них ответить. А также переходите в группы NIR, ссылочки все будут в описании. Будьте осторожны и удачи!